Наш Большеболдинский район уникален. Он уникален в том, что это чисто сельскохозяйственный район, где, ну, практически на сегодняшний момент, к сожалению, конечно, отсутствуют какие-то промышленные предприятия. Но район с глубокими историческими и культурными корнями. Здесь имение Александра Сергеевича Пушкина, его предков, который был еще в 1580 году подарен Иваном Грозным за заслуги перед Отечеством предкам Александра Сергеевича. И это, конечно же, откладывает отпечаток на нашу жизнь, на нашу работу. Мы стараемся работать хорошо. И я горжусь тем, что на сегодня наш чистый, еще раз подчеркиваю, сельскохозяйственный район занимает передовые позиции, как по животноводству, по растениеводству. И есть такие уникальные позиции, которыми мы гордимся, и которых, наверное, ну, больше нигде нет. Это отрасль семеноводства. Храм сам по себе, безусловно, знаменателен тем, что это один из немногих, если не единственный храм, построенный вообще Пушкиными. Сам по себе храм, построенный дедом поэта, построенный, так получилось, что в год рождения освящен центральный престол Успения Божией Матери, освящен в год рождения Александра Сергеевича Пушкина. Приходит время, тот храм ветшает, и вот дед поэта решает сделать такой уникальный, можно сказать, и действительно дорогой подарок. Болдинцам заказывает проект храма столичному архитектору. И здесь, в глубинке, строится вот такой храм, который в итоге в одном из писем сравнивается Пушкиным с собором в Одессе. Проходит время, к сожалению, безбожные времена, храм был разрушен. Разрушена была до основания колокольня, трапезная часть. Сам по себе храм, центральный храм и алтарь, они оставались. Алтарь оставался полностью. Центральная часть храма была разобрана вверх. Оставался только низ. Располагалась и районная библиотека, и другие какие-то заведения. Но вот к 200-летию со дня рождения поэта было решено восстановить эту церковь, дабы воссоздать тот облик Болдина, который был во времена Александра Сергеевича Пушкина. Ну, родился вот я в Большеболдинском районе, село Яс. Здесь я занимаюсь искусством, рисованием, и вот по сей день. Вот сегодня мы находимся на моей выставке персональной. Я очень много рисую про Большое Болдино, потому что это родное мое село, моя родина. И это уж мое призвание, это вроде моя жизнь в этом уже. Вот. А в Болдинском просторы мои, это я без этого, без Пушкина не могу просто. Без этого рая родного. Мы рады приветствовать вас в Большеболдинской районной картинной галерее, где в сентябре текущего года открылась очередная выставка. И выставка, которая предлагается сегодня вниманию посетителей, она необычна. Во-первых, необычность ее в том, что она подготовлена большим коллективом, творческим коллективом нескольких организаций. А в числе работ, которые сегодня в нашей картинной галерее, это совершенно удивительные работы детей. Детей шести стран мира, представителей Шанхайской организации сотрудничества. Выставка называется «Дети рисуют сказки». Работа, например, китайских детей, подписанные по народным сказкам, на самом деле имеют удивительные сюжеты известных хорошо нам с вами пушкинских сказок. И о золотом петушке, и о рыбаке и рыбке, о царе Салтане и многих других. Дети прекрасно знают эти сказки, но ассоциируют пушкинские сказки с народными сказками. Ну разве это не замечательно? А Александр Сергеевич действительно наш самый народный, замечательный, гениальный сказочник. И сегодня на базе Большеболдинской районной картинной галереи проходят ежегодные всероссийские пленэры с участием известных российских художников. Большая часть работ, которые сегодня представлены в наших фондах, это подарочные работы, надо заметить. И на сегодняшний день работа в нашей картинной галерее не ограничивается
работать только внутренними фондами. На сегодня мы принимаем выставки известных художников здесь, в Болдине, и создаем достаточно комфортные условия для организации и презентации выставок. И сегодня болдинцы с большим удовольствием посещают семьями это удивительное место. Кроме того, наша картинная галерея открыта для всех гостей, она открыта для туристов, она работает так же, как работают сегодня все музеи. То есть суббота и воскресенье – это наши рабочие дни, и мы приглашаем всех посетить нашу болдинскую картинную галерею. В нашем учреждении занимаются дети, около 500 человек наполняют наше учреждение. Здесь не только дети Большого Болдина, и здесь у нас дети занимаются еще из Большеболдинского района, с округи приезжают. Участвуем, конечно, во многих, в районных конкурсах, в областных конкурсах. А дети у нас занимаются с 5 до 18 лет. У нас вот такой возраст здесь. В кружке занимаются в основном мальчики 10-15 лет. В кружке мы занимаемся резьбой по дереву, такой как контурная резьба, геометрическая резьба, скульптурная резьба. Выпиливаем лобзиком, работаем на станках, на токарных станках по дереву. Интересно просто этим заниматься. Да, можно много всего сделать. Да. А сейчас, вот видите, они занимаются, что им по силам. Как бы сказать, от простого к сложному. Вот третий год обучения – токарная обработка, древесина, скульптурная резьба. А первый год вообще выпиливаем лобзиком и контурная резьба. Ну, например, сейчас мы делаем разделочные доски на соревнования в Сочи. Мы участвуем во многих конкурсах, даже в конкурсе «Детство без границ» принимали участие. Есть грамоты, дети завоевывают призы на различных конкурсах. Я родилась в Большом Болдине, то есть я коренной житель этого села, так же, как моя мама, моя бабушка, прабабушка, дедушка, прадедушка по маминой линии. Я создала сама школу-студию «Дива». То есть это, во-первых, старинное русское слово, которое по словарю Ожегова означает то, что вызывает удивление, чудо. То есть вот именно так мы стараемся с детьми работать, чтобы какое-то чудо создать, удивить людей. А с другой стороны, это аббревиатура. То есть дизайн, интерьер, вышивка, одежда и плюс кукла. Вот этими всеми видами творчества мы занимаемся. И кукла как бы объединяет все это воедино, связывает все эти направления. То есть у нас такая комплексная программа. Для меня это и хобби, и... То есть я не имею такого специального образования. Я всему этому училась сама. Мне это было интересно. Я это... Ну, научилась сама, теперь учу детей. Нет такого, чтобы дети не хотели заниматься. В этом году вот группа набралась первогодок, просто вот идут они. Они уже просто знают о нашей школе-студии, идут уже записываться. В наш век, когда компьютеры приходят из школы, садятся за компьютер и могут в эти игры играть бесконечно, я думаю, вот таким творчеством заниматься, это вот даже... И для души. Ну, для души, мне кажется, в первую очередь. Для того, чтобы вот именно развиваться как-то духовно. Ну и то, что вот они ручки свои тренируют, приходят с первого класса, вот эта мелкая моторика, даже вот, это очень полезно. Ну, это очень интересно же, заниматься чем-то, какое-то иметь хобби. Да и вот эти картины, которые мы делаем в этом школе, то они потом остаются, они дома, украшают дом и... Всегда напоминаешь, что можешь такое, что ты знаешь, как это делать. Я начал писать, ну, я себя, конечно же, не оцениваю как поэта. На Болдинской земле поэтом быть вдвойне более ответственно, нежели в другом регионе. Поэтому, ну, как пишущий человек, как журналист с 20
шестилетним стажем, мне приходилось писать все, в том числе и стихи, вот так бы. Но что касается баек, которые вот изданы двухтомничком небольшим, ну, в общем, я там суммировал и довел до читателей все то, что, в общем, происходило действительно на Болгарской земле. Снимался фильм, я не помню его точное название, он был посвящен первому приезду Пушкина в Болзино. По замыслу режиссера Пушкин въезжает в Болзино. На краю Болзино жил древний-древний дед. Неведомо, сколько ему было лет, он пережил не только своих детей, но и внуков. А рецепт его долголетия был достаточно прост и характерен для российской глубинки. Он ежедневно выпивал бутылку и еще стакан. И вот дед, прошу прощения за подробности, выходит на крылечко по малой надобности и видит, что в Болзино въезжает Александр Сергеевич Пушкин. Дед, забыв о цели своего, так сказать, появления на свет Божий, упал на колени и закричал, завопил: «Барин едет!» После чего палец, корчится от хохота, вывалился из саней. Съемочная группа уже в сугробе лежала, лошадь понесла. Ну а дед от потрясения забыл на следующий день принять привычную дозу и отошел в мир иной через неделю. Ну, такая полугрустная история.